Дорогие друзья, здравствуйте! Приглашаю вас на концерт шедевра русской музыки 18 октября в Большом театре Беларуси. Я, Никита Мдоянс, исполню второй фортепианный концерт Сергея Васильевича Рахманинова. Это гениальное произведение, знаковое не только для всех пианистов, но, я думаю, для всех ценителей классической музыки. Вот для меня лично это произведение очень дорого с детских лет, как только я его впервые услышал, и оно сопровождает меня всю мою сознательную жизнь. Вот я его исполнял множество раз, и каждый раз я нахожу что-то новое для себя. Это удивительно глубокое, по-настоящему русское произведение. Я думаю, оно особенно дорого каждому, кто вырос на русской земле, кто впитал в себя русскую культуру. Вот. И я счастлив представить свое исполнение минской публике. До встречи 18 октября. Всего доброго.